Всем добрый день. Сегодня 23.04. Больше пишу это для себя. Закладка яиц. Закладывать буду лиенских и маранчиков. Вот. Как у меня получилось. Сейчас буду закладывать еще индюков, наверное. Вот. Так что лиенские, маранчики и индюки. Закладывать буду в Best, так как он у меня на 200. А вылуп у меня будет в эталончике. Как раз вылупятся эти. Вот. И место будет свободно для индюшат на вылуп. Вот, так что это видео будет сейчас продолжаться еще. Сниму следующее, как я индюшат тут положу. Ну, уже не в этом лотке, уже в следующем. Вот, так что вот так вот. Вот такой у меня получился шахматка. Вот. Закрепляю я пенопластом. Вот, еще промежутки потом вставлю, может быть, бумажки, чтобы яички не ходили, вот как здесь, если они ходят. То есть, еще проверю. Вот тут еще ходят яйца. Но это уже потом. Я, знаете, как делаю? Я не выкладываю яйца сушить. Я яйца сразу ставлю, ну, как бы сразу укладываю сюда. Вот, ну, мне так удобнее получается. Вот, так что продолжение будет следовать. Ну вот, ребят, это если... ну вот у меня яйца тут большие, там маленькие. Вот в середине яйца лежат по 100 грамм индюшиные. Вот. Поэтому, чтобы не подавились одни, другие, третьи. Короче, вот таким макаром я это все дело разместила. Вот, посмотрим... Нормально здесь оно все. Все, ничего не ходит. Все яйца я закрепила. Вот. Ну все, сейчас буду закладывать. Все, всем хорошего вечера. Продолжение следует. Вот, смотрите, как закрепила эти. То есть тоже проложила. Там пенопласт. Тут тонкие от лотков. Ну, в общем, как-то так. Все, яички все тут. Смотрите, оно, ну, такие тоненькие, оно, но яйца все уже хорошо жестко лежат. Ничего не будет у меня рассыпаться и высыпаться. Ну что, сегодня закладываем. С Богом. Ну вот, заложила все дело. Как это выглядит. Вот. А выводиться будет в эталончике все. Вот, мурашки. Ливенские индюшиные. Все, сейчас ставлю температуру 38 градусов. И такая температура у меня будет двое суток. Вот 38,2 ставить не буду, поставлю 38. Все, влажность ставлю 62. Вот тут такие корыта. Водичка налита полностью. Все, сейчас я их закрываю и поехали. Все, удачи нам!